Статья 85-1. Производство по делам об административных проступках против правил дорожного движения и правил обеспечения безопасности дорожного движения. Производство по делам об административных проступках против правил дорожного движения и правил обеспечения безопасности дорожного движения проводится в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики об административных правонарушениях. Выписка из статьи 105.11 КоАП часто интересующей водителей. Лицо, совершившее административный проступок, должно оплатить посредством банка, почтового отделения, пластиковой карты или интернета соответствующую сумму по извещению о штрафе в течение 30 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения о применении административного наказания в виде административного штрафа, если лицо, к которому применяется наказание в виде административного штрафа, исполняет решение незамедлительно или в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу, оно освобождается от уплаты суммы в размере 10% от применяемого штрафа. Лицо, не оплатившему штраф в течение 30 рабочих дней, со дня вступления в законную силу решения о применении административного наказания в виде административного штрафа, не имея на то оснований, установленных законом, за каждый день неуплаты налагается пенни в размере 1% от 1% от суммы штрафа. В случае неуплаты штрафа в течение 2 месяцев со дня вступления в законную силу решения о применении административного наказания в виде административного штрафа без оснований, установленных законом, суд или соответствующий орган исполнительной власти, принявший данное решение, принимает решение о задержании транспортного средства, которым лицо, совершившее административный проступок, управляло в момент совершения административного проступка, данное транспортное средство останавливается сотрудником соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики, лицо отстраняется от управления транспортным средством и транспортное средство содержится на охраняемой стоянке соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики, транспортное средство возвращается лицу, совершившему административный проступок, или его владельцу немедленно после оплаты штрафа, соответствующего пенни, пошлина за перевозку транспортного средства на стоянку и его содержание на стоянке. В случае неуплаты штрафа в течение 3 месяцев со дня вступления в законную силу решения о применении административного наказания в виде административного штрафа без оснований, установленных законом, принимается решение об ограничении прав лица, которому применяется административное наказание, управлять транспортным средством и с целью обеспечения оплаты штрафа направляется для принудительного исполнения. В случае оплаты штрафа и пенни, посчитанного соответствующим образом, решение об ограничении прав управлять транспортным средством отменяется. В случае неисполнения должником решения о применении административного наказания, направленного для принудительного исполнения, в течение срока, установленного законом для добровольного исполнения, без уважительных причин, соответствующий орган исполнительной власти принимает принудительные меры по исполнению, предусмотренные законом Азербайджанской Республики.